Переплыть Белую необычным способом Игорь Кузнецов хотел с 2011 года. Тогда с товарищами они не смогли перебраться на противоположный берег из-за половодья. Легковой автомобиль не пройдет, вплавь опасно, и Игорь решил твердо – нужен специальный водный аппарат. Конструкция сухопутного квадроцикла не предусматривает водных процедур, но немного фантазии до мастерства и четырехколесный вездеход становится вездеходом в полном смысле этого слова. А ведь все просто. Во-первых, воздушные подушки. На колеса Игорь закрепил надувные баллоны по 100 литров каждый. Добавил направляющий винт, снял воздушные подушки, скрутил винт, и квадроцикл вновь сухопутный.